С 2014 года в Люберцах реализуется региональная программа «Чистая вода». Она направлена на то, чтобы обеспечивать жителей качественной питьевой водой. Для этого в Люберцах строят новые водозаборные станции, а также ремонтируют уже существующие объекты. Масштабная реконструкция проходит на ВЗУ «Любэнергоснаб», расположенном на улице поселок Калинина. Там работала наша съемочная группа. Этот водозаборный узел построен в 1974 году. За полувековую историю здесь проводили только плановые профилактические работы. Сейчас пришла пора для масштабного вмешательства. На данный момент работа объекта приостановлена. Завершается демонтаж помещений и конструкций. Сегодня у нас в рамках реконструкции часть здания полностью обеспечен демонтаж. Поэтому я думаю, что буквально еще неделя у нас подрядная организация завершит все демонтажные работы. И мы приступим полностью к заливке фундаментов и обустройству второй части здания. В сутки этот объект подавал 5000 кубических метров воды. После капитального ремонта объем увеличится до 7500 кубометров. Безусловно, изменения коснутся и качества главного жизненного источника. Обновляются новые скважины, которые доходят до глубины 120 метров. Устанавливается новое очистное оборудование, так называемые осмосы. У нас план модернизации наших объектов очень серьезный. В этом году мы уже открывали новую установку в поселке Октябрьский, которая позволила очистить воду. И, конечно, все объекты на территории нашего округа находятся под нашим пристальным вниманием. По графику подрядная организация должна завершить реконструкцию к 15 ноября этого года. Но глава городского округа Люберцы поставил задачу сократить сроки и ввести ВЗУ уже в сентябре. Со следующей недели работы будут идти круглосуточно. Луиза Егиасарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.